Друзья, ну мы оказались в таком удивительном месте, которое называется Чапарерия. Это место находится за Вест-Пакотом, в сторону Лодвара. И вот мы уже минут 10 стоим на этом месте, любуемся этой красотой, которую нам Господь подарил сегодня, чтобы мы могли оказаться здесь и увидеть это все своими глазами. И очень хочется надеяться, что будут еще люди, которые влюбятся в эту страну, влюбятся в этих людей, и захотят сюда приехать, послужить здесь и что-то сделать новое для Царства Божьего, получить какой-то новый опыт и использовать те двери, которые открыты для того, чтобы проповедовать Евангелие, служить в этом районе, служить в этих церквах и быть благословением для этого народа своей жизнью и своим призванием.